говорили о том, что в ближайшее время на курорте необходимо решить проблему с нехваткой мест в дошкольных и средних учебных заведениях. На следующий год запланировано строительство 4 школ и 3 детских садов. Также необходимо продолжить газификацию Лазаревского и Хостинского районов. Власти курорта рассчитывают, что решение этих и других городских проблем можно добиться, участвуя в федеральных программах. Нам повезло, у нас самое большое количество депутатов, депутатов Госдумы. Нормальный здравый лоббизм для нас приветствуется. Поэтому на вашем уровне все программы федеральные, которые есть, мы будем вас просить, чтобы отстаивали интересы нашего города. Поэтому буду очень признателен за всестороннюю поддержку на всех направлениях. Потому что депутаты Госдумы, депутаты ЗСК – это серьезная административная лобби, которое позволит привлечь все возможные программы для развития нашего города. На встрече с депутатами Госдумы обсуждали и то, как именно будет развиваться курорт. Глава города обозначил направление, по которому будет двигаться Сочи в ближайшее десятилетие. Оно полностью совпадает с программой «Стратегия развития Краснодарского края-2030».